Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в God of War. Ребята, идем, покоряем Олимп, но надо сначала выбраться из царства Аида. Так, это God of War 3. Ребята, надо стрельнуть. Вот сюда стрельнуть надо. И открыть ворота. Давай, отворяй. Кто там? А, вот сервер, смотри, проснулся второй. Злая псина, ты чё, блин? Стоп, а как мне с вами бороться-то, ребятки? Вы чё такие мощные и злые? О! Хотя все вроде бы нормально идет. А чё, все, больше ничего мы с ним не сделаем? Так, 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 отойди, да, я с одним сначала разберусь, поговорю, потом ты будешь на меня нападать. Да хорош, ты чё? Давай! Так, а, я ему, получается, одну голову оторвал, теперь вторую, надо третью. Без трех, он вообще, смотри, безголовый почти остался. Чё, одна голова мало для него, трехголовый пес, да? Раз. Все, справляемся с последней головой. Отлично. Ну и тут еще целый, я его еще даже побить не успел даже. Иди сюда, собачка. Раз. Минус одна. А, подожди, а че я не включаю? У меня же меч крутой есть, ё-моё. Давай. Бам! С одна башка еще осталась. Меч давай, включай. Заряжай или все. А, все, энергии нет он для меча. Ладно, без меча обойдемся, будем клинками этими фигарить. Ну все на этом, до свидания, называется. Нету, было две собачки охранников и больше теперь нету. Пришел Кратос и все разворотил. Конечно, искусный, а ты как думал, блин? В сказку попал, что ли, чувак, ты чё? С Кратосом дело так ты имеешь, братан. Так, стоп, ворота чё так закрылись, ты напугаешь? Ах ты! Ах ты, посмотри, чё на них, а? Как они тут резко выскочили. Чё, выскочка, что ли, самый, да? И собаку свою забери, блин. Псин на меня решили натравить. Ну-ка, сейчас я с вами разберусь, ребятушки. Да, все, готов. Да, я хоть почитаю записочку. Аид, у порога твоего дворца молю тебя, дай мне передышку. Разве я не стал таким, каким ты хотел? Разве я не заплатил сполна все свои долги? Я устал ждать спасения, которое никогда не придет. Он стал богом, а я обречен гнить здесь в муках. Отпусти меня, чтобы я мог отомстить. В общем, это кто-то пытался здесь пробраться, чтобы из царства Аида выйти, надо все эти испытания пройти. И, чуваки, не знаю, зачем они оставляли записки-то. В принципе, что тут, надо просто выходить, и все, собак прибили, все, еще кого, ворота сейчас откроем. Все нормально, до Аида доберемся, ему по жопе надаем. Так, давай. Ну, сильнее давай толкай, ты че, блин? Вроде сильный мужик, а все, вот, нормально. Что за дерево? А, вот Аид там. Аид торчит, дворец Аида. Тебя с порталец. Здорово. Чувствуй себя как дома. На этот раз тебе не уйти отсюда. Как это не уйти? Ты чё? Где ты сам есть-то? Ну-ка, давай-ка сейчас откроем, опыта заберем. Оп. Колесо покрутим. Это хорошо, сундуки я люблю. Ну-ка, давай, еще какая-то загадка есть. Колесо обратно что-то. Все, не успел я, значит, туда попасть, да? А как его зафиксировать было? Или как туда быстро забраться, я пока не знаю. Ладно. Зайдем сюда.
А, подожди, вот эта подставка, наверное, под колесо надо подставить, чтобы оно не уходило обратно. А, можно оставить, в принципе, у меня целой жизни. Так, что здесь еще интересного? Больше ничего, да? Забираем вот эту штукенцию и уносим ее туда. Давай, 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 быстрее, если с другой стороны, кстати, подойти. По-моему, можно как-то пнуть ее, если я не ошибаюсь. Да? Ну-ка. Вот так, раз ее подальше туда. Ну, нифига, конечно, не подальше. Ладно, так потащили. Вы чё? Да отойдите. Ну-ка, мыши, вы чё на меня налетели? Сейчас и с вами разберусь. На, получи. Так. Давай отодвинем. Сначала надо прокрутить колесо, а потом подставку подставить эту. Ну, давай. Вот. А теперь давай подставляем, чтобы она никуда обратно не уехала. Вот так. А наверх как залезть? Ну, показали, в принципе, вот здесь, что можно. Ну-ка, по дереву поймем. Вот, да-да-да-да, все, наверх. Ну-ка, отклонись. Да спрыгивай. Да как спрыгнуть-то, я не пойму. Во, наконец-то. Давай, сундук. Сферы гнева Спарты. Золотые сферы восстанавливают гнев Спарты. Это хорошо. Гнев Спарты, так сказать, это круто. Это можно сейчас мечом пользоваться. Во, а теперь как раз меч включаем. Гнев Спарты, иди сюда. Вот тебе. Вот так поговорим. Вот так-то лучше, куда? Иди сюда, тоже подходи. Ну куда ты поскакал-то? Вернись обратно. Я разговор-то не закончил с тобой. Эй, собачка, ты чё? А, это я с ней поговорил тогда. Ну все. Завершим дело. Чё я весь в крови-то уже такой хожу здесь? Помыться бы где, а? Ладно, это пока я все цело. Цело у меня. Я, можно сказать, даже под раздачу не попал, под их замес. Потому что у меня есть синий меч. Я как раз для них приберег. О! Сейчас крутанем. В какую сторону? А, вон мы ему оковы сейчас снимем, походу, да? Чей-то гроб, ребята. Она живая там, глаза открыла. Или мне показалось. На пьедестале начертаны строки. Здесь лежит Персефона, царица подземного мира и супруга Аида. Это его жена, в общем, получается, да? Так, а что мне с ней сделать-то надо? Как достать? Так, сюда не надо. Пошли дальше, кругом обойдем. Вон лестница, можно наверх залезть. Ну давай, скачи, скачи, скачи наверх. Опыт, опыт это хорошо, можно еще больше будет всего развить. Ой, какой сундук золотой, давай откроем, посмотрим, что там. Перо, ребята, это второе перо, перо Феникса. Найдите еще одно, чтобы увеличить запас магической силы. Это хорошо, дали еще одно перышко такое. Четко спрыгнул.
Кстати, кровь с меня уже как будто испарилась. Весь в крови было, тут раз и все, чистенький, нормально, все, бежим. Здесь что? Здесь ничего. Так, вот пару сундуков и нормально, ну туда можно налево, по-моему, пойти. Так, вот сюда. А, нет, нет, нет прохода, ну-ка назад возвращаемся. Так, давай думать, здесь, значит, что-то надо с Аидом с этим. Если гроб поднялся, я же могу вот так как-то прыгнуть на него, да? Нет? Так, думай. Еще выше поднять можем, нет? Нет, оно это все получается... Та же самая процедура. Давай назад вернемся. Чё щелкает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чё-то как-то мне боязно это все щелкает. Чё произошло-то? Так, давай осмотримся здесь. Так, ну вот он, Аид. Гроб подняли. Так, что-то я не пойму, что надо сделать-то теперь. Давай еще раз поползли, значит, там что-то опять забыли сделать. Пока не понимаю, пока просто бежим. Так. Может, стрельнуть надо, а? Всего лишь, а? Куда-нибудь. Ну-ка еще раз. А, вот и все, надо было клинками зацепить, прикинь. Бам! Вон лестница упала с двух сторон. Ну давай с любой, пошли с одной стороны зайдем. Так, начинается. Да иди ты, дайте мне пройти, я хотел всего лишь на лестницу залезть. И куда мы вылезли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отклонись, лети. Так, что здесь? Ага, колесо. Стоп. Как зафиксировать? Надо придумать как-то, как ему зафиксировать. Потому что он раз и обратно что-то. Ага. А может, и не надо уже ничего фиксировать. Так, это куда мы поехали? А-а-а, все, я понял. Я понял, нам сейчас надо открыть эти ворота, забрать с собой вон ту эту штукенцию, подставку. И мы ее там под колесо куда-нибудь подставим. Надо сейчас ворота вот эти открыть. Там они не открывались, а сейчас мы с этой стороны откроем. И все получится. И обратно надо уехать на лифте с ней. Давай забираем ее. Вот, тот вход закрывается. Ну и фиг с ним, у нас теперь есть другой вход. Ой, началось, эти еще прилетели. Ну давай с вами поборемся теперь. А, нифига себе, они какие-то мощные. Сейчас будем всех рубить. Ну-ка, ну-ка, крысы летучие.
Давай! Из лука буду стрелять теперь, ребята, по ним. Есть кто? Все, не осталось больше. Толкаем вперед. Толкаем вперед и забираем ее с собой. Наверх туда едем. Все, поехали. Вот. Только сейчас надо как-то умудриться, чтобы колесо опять обратно не подраскрутилось-то. Подожди, надо сначала крутануть, а потом подставить. Ну успею ли я, потому что я не успевал нифига. А ну раз и обратно что-то. Так. Как тогда сделать-то? Как сделать? Так, ну, может быть, оно, конечно, не сюда. Потому что там еще одна лестница. Надо сходить все-таки там проверить. Давай, погнали туда. Здорово, пацаны. Вы что, я думал, уже все с вами со всеми тут расправился. Давай, иди сюда. Слушай, я вот таким давно не пользовался. Во. Все, идем дальше. Вот здесь лестница еще одна. Давай проверим. Ну, здесь колесо. Надо просто попробовать, будет ли оно возвращаться обратно, нет? Тоже, наверное, будет. А, все, я туплю, да. Туплю. Вот сейчас как раз, да, надо... Все, я теперь понял. Надо крутануть. Надо крутануть эти кандалы. Да иди ты нафиг, а. Тут все просто решается. Кандалы крутануть. Руку туда придержим. И все, и нормально все будет. Давай, открывай. Вот для этого и нужно, чтобы они открылись. Тут получается, он был прикован. Мы его расковали. И теперь, вот оно сейчас щелкать, поэтому и начало. Мы его расковали. Да давай быстрее только. Ну... И быстрее крути. Ну, давай. Успеем? Закрывай. Все, вот одна рука прикована. Надо с другой стороны, похоже, так же сделать. Сейчас так же сделаем. А подставку-то я для чего притащил сюда? Наверное, все-таки она тоже нужна будет. А, подожди, рычаг сначала крутим. Потому что сейчас откроется вон та тоже кандала с левой стороны. А, стоп! Стоп, а что за затуп получается? Что, я не ту сделал, да, наверное, руку? Стоп, он бьет вон в ту... Ладно, побежали. Все, я примерно догадался. Надо сейчас с этой стороны сделать... Потом гроб туда швырнуть. И тогда посмотрим дальше, что будет. Надо вот эту руку сначала. Потому что открывается грудь как раз у него. Так, есть. Давай вниз. Теперь клинками надо здесь шарахнуть. Оп. Раскачать. Давай. Сильнее. Не понял. Стоп, все. Все, я догадался. Все. Сейчас. Вот она, это как раз штука-то и должна пригодиться. Пока у него зажато все здесь. Вот, надо вот сюда подставить. Идти туда и вторую также отцепить. Все просто, оказывается. Вот даже уже показали, что иди типа туда и сделай. Ладно, все, решим сейчас загадку. Давай, крути.
А, стоп, рано. Опять не туда я, надо сначала было там сделать. Сначала вот это надо покрутить. Все, видишь? Рука у него не крутится. Она там ждет. Одна только. Сейчас будет, мы ее закуем. Вот сейчас давай. И тогда все получится, руки разойдутся и все нормально. Все, закрывай. А теперь показывай, что надо этим гробом сделать. Готов. Все, Аид, хана тебе. Бам! Еще разок. Давай. Выходи, решим обиды эти. А, старые раны, они вергают душу в смятение. Посмотрим. Такие страшные стены тут. Сколько же преступлений совершил ты против меня? Да, верно. Ты убил мою племянницу Афину. Что там еще? Что? А, и покончил с моим братом Посейдоном. И я не забыл, что именно ты зарубил мою прекрасную царицу. Ты будешь страдать так же, как страдал я. Твоя душа в моей власти. Подожди, кто свет выключил, ребята? Вот он, Аид пришел. Ну чё, будем говорить, Аид, с тобой? О, нифига, он меня душу вытряхнул с меня всё. Ты чё? Так, у него хоть жизни-то уменьшаются, нет? Где жизнь его? Стоп, включай меч, надо мечом рубить. По-любому. Давай. Еще пинается гад, а? Так, давай-ка я с тобой по-другому. Ты куда полез? Вернись, я с тобой не закончил еще. Да иди нафиг, как тут надо подпрыгивать. Нифига себе, как тут увернуться. А, он поверху начал. Вот это ты мне игру тут устроил, а? Скакалочку, что ли, играем с тобой, я не понял. Ай! Поверху. Да иди нафиг, а, я тебе хотел посильнее просто шарахнуть, поближе подойти. Да прыгай, я же нажал прыгать. Ай! Во, все, 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 почти уже побороли его. Давай, цепляй его. Наконец-то мы с тобой расправимся сейчас, Аид. Вот так, видал, что? Это что, сердце его ползет, что ли? Стой, остановите сердце его. Не дайте ему пройти. Все. И что, он еще жив, что ли? Ты что такой мощный-то? Все, он в цепях. Ну ты мощный, я тебе скажу. Куда полез опять? Лезь обратно. Отстань от меня, а. Где там я? Что-то себя не вижу, нифига. Он со мной там... Он меня в цепи, короче, заковал. Блин, меня тут избиваешь в углу, а?
Все, вышел отсюда, я тебе сказал. Эти не хухры-мухры, ты че, блин? С Кратосом связался, значит, все. Ну, жизни-то мало уже становится, ребята, вы смотрите, что происходит-то, а? Нет, он душу высосал из меня. Пытается высосать, смотри. Верни обратно. Не дам душу свою. Пошел нафиг, а? Какой же ты достал меня тут уже, а? Вот, мечом будем рубить. Спустись на землю. Буду из лука стрелять. Да у меня уже жизни мало. Где подлечиться-то, а? Да хорош ты, чё, он меня сейчас так убьет. Надо прыгать. Все, вообще прибил меня. С самого начала, что ли, все началось, нет? А, отвали, а! Буду с лука стрелять. Да как он меня так цепляет? Я не знаю, или надо оббегать вот так как-то. И так вроде отбегаю уже. Да пошел нафиг, а! Стороной тебя и так обхожу уже. Тихо, что-то разошелся совсем. Дурачок какой-то, а? Где стрелы-то? Ничего не... Во, меч что-то включался и все. И закончился сразу. Бессовестный ты какой, посмотри, что на одного маленького нападает. Ну, давай, уже и так ему серию ударов такую нормальную нанес. Хорош, а жизни-то как быстро кончились почти. Половина еще. Ну! А, он полез наверх. Давай. Мне кажется, сейчас... Сейчас все должно получиться уже. Да хорош. Что-то он сильнее начал фигарить этими. Ай, прыгай, пожалуйста, а. Поверху еще. Так, сначала понизу бьет, потом обратно возвращается. Ай, нет. Не угадаешь, как он тут. Ну давай уже, добивай его. Там осталось-то ему, мне кажется, чуть-чуть. Да чё такое-то, а? Сколько можно-то? А он просто что-то стоит, да? Не стоит, что-то опять меня бьет. О, есть! Все, иди сюда. Жизни бы мне где взять, здесь жизни вообще не хватает катастрофически. А, я взял жизни. Но теперь мне как-то надо. Вот здесь как-то надо аккуратно с ним биться. Он что-то в тот раз меня вообще быстро порубал. Да пошел нафиг, а. Верни обратно душу мою, понял? Сильно рубит. Сильно рубит, надо как-то прям уходить от него аккуратно. Давай еще раз. А, пошел нафиг. Верни обратно. Не получишь душу, понял? Больно. Убегаем. Ухожу. Подожди. Чё-то ты вообще дерзкий.
Ну, хотя бы так шарахнуть. С другой стороны, как-то отбеги, не знаю, что сделать-то. Жизни вообще быстро заканчиваются. Так. Отходи. Нет, 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 надо бить их. Да капец, ты чё? Он чё не кидает, всё в меня попадает. Как от тебя уйти-то, а? Помогите, ребята, что делать? Злой Аид разошелся. Ну чуть-чуть же ему уже остается по-любому. Опять он меня прибил. Ладно, буду прессовать жестко, короче, возле него прям стоять. Стой на месте, говорит. Да, я тебе сейчас покажу, как стой на месте. Да что такое-то, а? Вот серия ударов вообще четкая. Надо, наверное, так ему и бить. В этот раз, мне кажется, даже как-то быстрее все получилось тут. Надо с прыжка ему. Сердце остановить надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, прыгай. Давай, чё? Начинаем опять пляски, да? Так, давай издалека тебя. Ах ты! Вот так больше серия ударов, короче, так больше. Эй, ну ты чё? Да-да-да, вот, блин, только не бей меня. Так, меч, меч, быстрее. С мечом, я думаю, вообще четко получится порубать. А, он убежал сразу, короче. Как я только меч схватил, он... Вот эти-то удары вообще мощные мечом. О, четко, давай, 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 подходи. В этот раз получше пошло, так. Еще кусок оторвал у него там. Все, жизнь восстановил, сейчас опять на него надо идти. Давай, 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 сейчас. Сейчас я буду с тобой тут рядышком прыгать. Опять цепи он свои пускает. Ну! Ох ты, он вообще сейчас что-то крутить стал сильно. Еще цепи вот, как от цепей-то от этих убежать. Теперь надо, наверное, бегать от цепей. Не дал, что творит, а? Все, как цепь, надо сразу бежать. Побежали, 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 побежали. И к нему сразу туда. И рубить, пока он... Пока он что-то там пытается сделать. Ах ты, Аид, а? Ты посмотри, что на него. Когда же я его уже замочу-то, а? Все, отдай сюда свое. А, вот так вот, да, с цепями еще будем драться. Хорош. Обратно надо. В смысле, я не успел, что ли, что-то сделать? Ну-ка, быстро. Как так-то? А, ну ладно, хоть отсюда начали. Давай, давай, давай. Можем уворачиваться. Он меня тащит, смотри. Надо здесь, главное, быстренько вытащить себя. Давай. Давай еще. Опять.
Сейчас я вылезу, давай, вылази, давай. Стоп, назад, не надо нажимать это. Так. Да хорош, ты чё такой мощный-то? Все, я сейчас к тебе приду, понял? Давай, нолик. Есть. Там аж стена упала что-то. Все. Вот так. Как следует надо с ним разобраться. На цепях на своих повис. Все. По-моему, это все. Разобрались с Аидом. Когти Аида. Эти ужасные крючья принадлежали самому Аиду и дают вам власть над душами. Ничего себе, я теперь новое оружие у меня. Давай, власть над душами теперь у нас. Подходите, ребята, подходите. Аид опять. Прикинь, он опять вылез. Какой ты страшный-то, а? Да иди ты нафиг, а? Ну когда ты уже ляжешь-то? Куда мне бежать-то от тебя, я не пойму. Оп! Опять ты повернулся, да? Так, с какой стороны? Надо здесь крючок где-то найти этот. Да хорош, а. Быстрей за него. А, он, смотри, тоже резкий какой-то. Резкий как понос. Слышь, пацан, ты чё? Ох, да ты не пацан, я смотрю. Ты огромный просто дядька. Жлоб, как мне тебя это теперь пришить тут, а? Хорош, ты чё, а? Ну-ка, прыгай быстрей. Где там крючок этот? Или чё, надо бить, пока он здесь? Крючок-то, хоть крючок опять куда-то ушел. Хорош. Он смотри, на меня что-то рыгает чем-то. Есть. А, я не успел нажать, ё-моё. Вот, забрались к нему наверх тут. Бамс. Ещё. Тащим. Теперь мы с него душу вытащим. Вот так-то. Победили злобного Аида. Вот оно как бывает. Сейчас тут все разрушится, наверное. Все, все души его утащили, короче, куда-то. Душа Аида, вы получили душу Аида. Теперь вы можете переплыть реку Стикс. Все четко. Ого, я могу плавать спокойно, прикинь. Ладно, сейчас поплывем. Но это будет, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Классная была битва. Поставьте лайк видосу. И подпишитесь на канал, кто не подписан. Всем удачи, всем пока.